Добрый день. Привет, пацан. Прекрасный день сегодня, правда? Знаешь, поговори с Бетти. Она ждет тебя на игровой площадке. Ну, пока, пацан. Привет. Добрый день. Конечно, но здесь всегда так. Что? Ох, солнышко, беги лучше и поиграй где-нибудь. Эй, аккуратнее. Есть с кем поиграть, вот мне везет. Мне как раз стало скучно. Ура, нам будет так весело. Я Бетти. Я тут живу на Tranquility Lane. Хочешь поиграть? Я знала. На самом деле игра очень простая. Доведите Минесбаума до слез и все. Он единственный ребенок, который здесь живет, кроме тебя. Он такая плакса, вот увидишь. Доведи его до слез, и потом возвращайся. Тогда мы еще поговорим. Здесь так нельзя. И теперь ты заплатишь. Привет! Добрый день! Поместье Хендерсонов в полном порядке, молодой господин. Всего хорошего! Привет! Привет! Хочешь поиграть? Все ты... Привет! Что? Я сделала что-то плохое! Нет, нет! Только не мама с папой, нет! Добрый день. Чем могу помочь, пацан? Эгегей, я знала, у тебя получится. Возможно, не самый изобретательный подход, но сила убеждения может быть велика. Молодец. А за выигрыш тебе полагается приз. Ты можешь задать один вопрос и получишь честный ответ.
твой отец? О, это определенно меняет дело. Я должен был предположить, что моему недавнему везению есть причина. Пожалуй, ты увидишь его со временем. А вот это очень правильный вопрос. Значит, ты уже понимаешь, кто тут главный. Великолепно. Ты куда способнее твоего отца. Нанеси визит Роквеллам. Они так счастливы в браке. И мне интересно, что будет, если их этого лишить? Разруши их семью, и мы поговорим. Тогда, боюсь, нам больше... Эгегей, я знаю... Оправдывайся как угодно. Если ты выполнишь задание, мы продолжим нашу беседу. Ты, тебе здесь не место, тебе не следует здесь быть. Это все не настоящее, оно должно кончиться, страдание должно кончиться. На самом деле мы не здесь, на самом деле мы не говорим, это все не настоящее, мы спим и видим сны. Сон превратился в кошмар, он должен прекратиться, иначе нельзя, но мы ничего не решаем, решает он, и он не хочет, чтобы мы проснулись. Он теперь называет себя Бетти, но он все тот же. Он может менять лица, как хочет, но под маской остается все то же зло. Брон, этот подонок, думает, что раз он создал эту систему, он тут царь и бог. Но я знаю, он до сих пор использует терминал аварийного выключения. Я знаю это. Он в заброшенном доме, он не хочет, чтобы мы туда ходили, потому что боится, что мы его найдем. Это единственный терминал, связанный с внешним миром. Единственный способ все это отключить. Найди его. Thank you.
понимаешь, что это такое? Из-за тебя сработал аварийный выключатель, все пропало! Подопытные умрут, а я застряну здесь до скончания времен! Один! Все пропало! Все пропало! Ты? Нет! Я! Я создатель этого мира! Я потерян, я так одинок. Все это время он крутился здесь. А тебе не хватило мозгов догадаться. Собака, понимаешь? Лучший друг человека. Но теперь из-за тебя у меня не осталось друзей. А разве это не очевидно? Раз уж тебе понадобилось трогать аварийный выключатель, у меня нет власти над тобой. Вот дверь. Уходи. Здесь так нельзя. И теперь ты... Ты хоть понимаешь? Да, он наверняка в порядке. Не сомневайся. Когда ты выйдешь из симулятора, он будет тебя ждать. Но меня никто не ждет. Генератор эдемских кущ компактный. Он был предназначен для терраформинга, для возрождения мира после ядерной катастрофы. Технология очень нестабильная и очень скучная. Зачем воссоздавать старую реальность, если вместо нее можно создать что угодно? Сынок, слава богу, я думал, что застрял там навсегда. Я рад тебя видеть, но что ты здесь делаешь? И слава богу, такого поворота событий я точно не ожидал. Я не был готов встретить Брона Брауна, и он застал меня врасплох. Еще бы. Двуногий вариант мне больше нравится. И благодаря доктору Брону я знаю, что у проекта «Чистота» есть шанс. Я был прав насчет Брона. Разработанная им технология нестабильна, даже опасна, но может быть приспособлена для проекта «Чистота». Мне нужно вернуться в Ривет-Сити и поговорить с Мэдисон. Если мы сможем найти ГЭК, проект «Чистота» заработает. Да, с новым знанием я смогу убедить Мэдисон, что теперь наш старый проект станет реальностью. Я хотел бы быть рядом с тобой, чтобы когда мы наконец откроем шлюзы, мой ребенок был рядом. Вот это мой сын. Давай поторопимся. Теперь, когда я знаю, что нам нужно, я хочу как можно скорее взяться за работу. На самом деле все началось с идеи. Помнишь цитату из Библии, которую так любила твоя мама? «Чистая вода для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный». Это бы перевернуло всю жизнь в пустошах. Со временем идея приняла форму водоочистителя. Но не такого, как в убежище. Это устройство должно было очищать миллионы литров воды за раз. Мы расположили его в старом мемориале Джефферсона на берегу приливного бассейна. Надеюсь, что вскоре ты увидишь его в действии. Я понимаю, ты имеешь полное право сомневаться во всем, что я тебе говорил. Но твоя мама... Об этом я никогда тебе не лгал. Никогда. Она умерла при родах. Это было трудное время. Она так ждала тебя, так хотела подарить тебе хорошую жизнь. Поверь хотя бы в то, что она очень любила тебя.
Будь осторожен, сынок. Но сейчас я не могу себе позволить говорить с вами. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте, сэр. Вот дрянная история с этими рабами. Можно было заработать целую гору крышечек в Paradise Falls. Я не хочу этого. Thank you.
раз ты так хочешь. Раз ты так хочешь. Я не хочу этого делать. Ну, раз ты так хочешь. Раз ты так хочешь. Если суждено этому случиться, так тому.
Если суждено этому случиться, так тому и если суждено этому случиться, так тому. Я не допущу такого.
Если суждено этому случиться, так тому и быть. Вы же видели его, верно? Искателя приключений, что бродит по развалинам столицы. Итак, последние новости о скитальце.
угнетенных от миролюбивого китайского народа. Почему вы и дальше посылаете своих сыновей на смерть ради ваших хозяев-капиталистов? Шайка жирных котов... Ну, раз ты так хочешь... ...и кровожадные марионетки из Вашингтона во имя собственных интересов вернут в пучину войны. Все миролюбивые народы ради ваших хозяев-капиталистов. Смогут ли ваши лидеры защитить вас, когда упадут бомбы? Бандиты Солл-Стрит будут шиковать вместе со своими прихвостнями, когда вы будете умирать. Миролюбивые народы должны объединиться, чтобы положить конец агрессии акул Солл-Стрит. Почему вы и дальше посылаете своих сыновей на смерть ради ваших хозяев-капиталистов? Шайка жирных котов Солл-Стрит и их кровожадные марионетки из Вашингтона во имя собственных интересов ввергли весь мир в пучину войны. Привет всем угнетенным от миролюбивого китайского народа. Почему вы и дальше посылаете своих сыновей на смерть ради ваших хозяев-капиталистов? Шайка жирных котов Солл-Стрит и их кровожадные марионетки из Вашингтона во имя собственных интересов ввергли весь мир в пучину войны. Миролюбивые народы должны объединиться, чтобы положить конец агрессии акул Солл-Стрит. Почему вы и дальше посылаете своих сыновей на смерть ради ваших хозяев-капиталистов? Миролюбивые народы должны объединиться, чтобы положить конец агрессии акул Солл-Стрит. Ваши сыновья впустую гибнут на фронтах Аляски. Верните их домой, пока не поздно. Смогут ли ваши лидеры защитить вас, когда упадут бомбы? Проваливай, чужак! Проваливай, чужак! Я Паладин Белл. Что тебе нужно, гражданский? Конечно. Но нужно получить разрешение старейшины Лайонса, и, честно говоря, не верю, что ты его получишь. Так что давай топай. Ты так хочешь?